Когда мы говорим о технологиях, вот мой сосед слева, создатель крупнейшей глобальной компании, говорил о больших данных. Вот ведь мы даже не отдаем себе отчет, что это такое. Вот вы знаете, вот, наверное, многие знают уже. Новейший пример в США, вот в Соединенных Штатах, вот недавно совсем случай произошел, когда компания вдруг начала присылать 14-летней девочке предложение по покупке предметов для беременных, что возмутило ее родителей. Они написали жалобу в компанию. Компания извинилась. Потом выяснилось, что девочка беременна. И она сама об этом не знала. И родители не знали. Значит, а как? Оказывается, машина, исходя из большого количества данных, пришла к выводу, что в связи с изменением ее интересов, предпочтений, вопросов, запросов, что машина имеет дело с беременной женщиной. И дала команду другой машине предложить товары для беременных. Ну, во-первых, это какой контроль со стороны техники за человеком возникает. Здесь есть и положительные качества, но есть и отрицательные. Мы должны об этом думать. Вот обо всем об этом мы должны будем думать в нашей стране. И грамотно использовать на пользу нашему народу. Вот это и есть сверхзадача.